Как заверил вице-президент АО «Пассажирские перевозки» Айбат Кангалиев, цены на все виды билетов останутся без изменений. За один рейс обновленный поезд сможет перевозить до 480 человек. По словам председателя пассажирских перевозок, лишь 30% из числа берущих билет на этот рейс доезжает до Алматы. Так что вместимости поезда будет достаточно для всех желающих. Проблем с билетами быть не должно. Скорость состава 200 км в час, в связи с чем время следования до Алматы сократится на 2-3 часа. Это станет возможно благодаря техническим особенностям вагонов «Тулпар-Тальго». Они позволяют не снижать скорость на изгибах путей. При этом все станции, включая маленькие, останутся в расписании поезда. Согласно действующему расписанию, которое сегодня есть, он будет у нас останавливаться на всех стоянках с тем же расписанием, которое будет идти. Станция Коктебель будет тоже стоянка. Ни одна стоянка, она не выпадает из расписания. Присутствовавшие на встрече поинтересовались, будут ли оставлены малые остановки в их населенных пунктах. Айбат Кангалиев поспешил их успокоить. Ничего в расписании движения меняться не будет. Первый заместитель акима Павлодарской области Дюсимбай Турганов обратился с просьбой успокоить население. Все останется по-прежнему. Повысится лишь уровень обслуживания пассажиров и комфорта поездки. Значит, еще раз просьба к вам, Адарам Агельман, Нурлан Шейхиславович, чтобы вы разъяснили своим жителям, населению о том, что поезд обновляется качественно, но при том все услуги, которые при действующем у нас поезде был, все равно остается, даже улучшается. В новом составе будет предусмотрен багажный вагон. Теперь нет необходимости брать ручную кладь с собой. Кроме того, он оснащен системой доступа к Wi-Fi, климат-контроля и биотуалетами. Для инвалидов оборудованы подъемники и отдельный вагон. Гаухар Татыбаева, Дармен Шотанов, Юрий Белевский, Иртысинформ.